Сотрудники администрации Уссурийска, представители фондов и общественных организаций, волонтеры и члены семей участников СВО собрались за круглым столом всероссийской программы «Я могу». Участники встречи обсудили практики взаимодействия и поддержки военнослужащих и их семей. Сегодня одна из главных задач социальной политики округа – помощь ветеранам боевых действий. В чем будет сложность? Сложность будет в реабилитации, в возвращении оттуда людей. Они уже возвращаются, они возвращаются раненые, они возвращаются с определенными психологическими проблемами. Квалифицированную помощь в восстановлении ментального и физического здоровья уссурийским бойцам готовы оказать медицинские объекты города и общественные организации. Тем, кто сейчас на фронте, надежный тыл обеспечивают активисты, преимущественно женщины, матери, жены и сестры, которые по мере сил помогают своим близким и не только. Они же обеспечивают поддержку семьям мобилизованных, проводят встречи, тренинги, организуют культурный досуг. Как началась спецоперация, мы создали при своей организации «Матери России», благотворительном фонде, такую волонтерскую команду «Сила жизни». Я всегда говорю «Сила жизни» в каждом из нас, потому что вместе мы огромная сила. Мы можем то, что порой невозможно. Также на заседании обсудили вопросы трудоустройства участников СВО и членов их семей. Напомним, с начала специальной военной операции в Уссурийске активно развиваются различные меры поддержки причастных категорий граждан. Совместные инициативы на высоком уровне реализуют органы власти, некоммерческие организации и представители бизнеса. Екатерина Ельмина, Роман Адонин, Телемикс.